Опа, задрот прется. Надо ему навалять как-нибудь. А кто за тебя домашку будет делать? О. Че, принес? Да, принес. Давай, показывай. Э, ты помнишь, что у нас твоя мама классная? Я изменил почерк. У тебя там все примеры неправильно были записаны. Я их перепроверил и решил через квадратный корень. Э, на. Э, ты нахера так решил, а? Эй, не понял. Че, подставить меня решил, да? Эй, чмо. Ну там же не сложно, сам посмотри. Эй, за тупого меня принимаешь, да? Че там луну, что ли? Ща наваляю тебе, понял? Сюда иди, эй. Эй, сюда подошел, чмо. Тима, отвали от него. Эй, да ладно, Тайра. Эй, отвали от него. Ты чмо? В вашей конторе не первый раз работаем. Ну, зачем все проверять, она умна. А где МРТ? Какой МРТ? Ну, вот такое. А, ну, там, наверное. Ну, вот, Баурам, мне. Э, Баурам, между прочим, Мавлен не говорил, что ты будешь на этой сверке. С нами вообще другой человек работал. Планыш, он заболел. Ой, я кинул Даурт. Здесь же нет. Как нет? Ну, так, нет. А, значит, наверх подняли. Слушай, братишка, здесь и так-то куча дел. Сейчас вот грузчики, молодчики придут. А мне уже обед. А мы с тобой стоим здесь. Списки твои сверяй. Закончили. Рус, ты чё, блин? Я этот отчет еще вчера должен был сдать. И ты мне сейчас говоришь, что я ни хрена его завтра не сдам. Да там половина оборудования левая, Куаныш. Тендер слили, все из одного источника. Я этот аппарат МРТ в глаза не видел. И что? Даже если бы увидел, что случилось бы? Братан, у нас квартальная премия на носу. Тебе что, деньги не нужны? Да блин. Хуаныш, дело не в этом. Именно в этом. Знаешь, я тебя как брата попросил. А ты мне что? И отчета нет. Ахшада же. А у меня дед твой. Ладно. Доделаю сегодня. Вот ты молодец. Мавлен Аскарович, можно вас? Руслан, ты что домой не идешь? Там это... Там по тендеру детской больницы проблема.
Ты тут при чем? Ну-ка, пойдем. Сейчас разберемся. Пойдем. Зачем ты сюда полез? Где Хуаныш? Заболел. Попросил помочь. Да знаю я, как мой племянник болеет. И часто за него ездишь? Пару раз. Руслан, ты 5-й год в компании. Вон какие диссертации пишешь. Я тебя уже до начальника отдела хочу повысить. А ты по сверкам мотаться вздумал. Короче, закрывай этот отчет. Чтоб было все ровно. Сделай как надо. А аппарат МРТ? Руслан, ты меня слышишь, нет? Подумай. Тебе нужно повышение? Девушка, я сегодня получил деньги. Завтра оплачу. И я помню про пеню. Завтра? Алло. Твою же мать, блин! Че за урод? Суки. Давай, делай ее! Что? Сейчас сделаю. Что, по кругу? Давай, спел! Джига, давайте поднимем за Жеку, который гуляет на сегодня. Таир! Агай, ахша кубоктор, ашхпай. Таир! Давай, пацаны, я с вами. Ага. Да-да-да. Пожалуйста, вы не могли бы машину отогнать? Эй! Порш Панамеро ваш? Мой. Чё, нравится? Машину уберите! Что, торопишься, что ли, куда? А ты выйди, блин, объясню. Рус. Таир? Больше получает. Ну, повышение обещают. 250? Чё за хрень, Рус? Ты же умный пацан. В школе за того придурка математику решал. Из-за тебя тоже. Да, из-за меня. Дальше чё? Куда все подевалось? Или тебя это по башке тогда нормально двинули, а? Ну, зашили вроде нормально. Кровище было прям. Вылавливал тебя капец. Ладно, давай. Что там у тебя? Какие планы? Везде же нужны. Или связи, или сиськи. А у тебя что? Ни хрена. Тогда за тебя. Давай. Мне с утра на работу надо, брат. Я пас. Слушай, что ты гонишь? Ты глаза открой на моих пацанов, посмотри. Ни у кого из них нет такой башки, как у тебя. А получают они в 15 раз больше. Причем честно. Знаешь почему?
Ну, почему? Место. Брат, надо знать, где твое место. Так что давай, не тупи. За тебя. Через 3 часа? Сейчас, ага. Ты куда? Ты что, не понял? Пару секунд, ага. Я просто сверю, чтобы все было в порядке. Да ты охренел, что ли? Ты что творишь? Там этого аппарата вообще нет. Ну, по бумагам проходит. Ты откуда такой умный выискался ты? А? Че, решил меня подставить? Ты нахера ему этот отчет отправил? Это же детская больница. Да мне срать! Короче, ничего не знаю. Поедешь туда, скажешь, что ты ошибся, и сделаешь все правильно. Понятно тебе? Я этого делать не буду. Разбирайтесь сами. Пошел вон! Привет. Таир, партнер сливает бумаги КПК уже по 18. Давай откупим, отдай добро. На. Че это? Это Дуня. Наш новый психолог. Теперь все проблемы только к ней. А про КПК забудь. Бумага переоценена и экстрадиция ждет ее в зампред. Туда лучше вообще не соваться. Таир Аразович, это резюме, которые вы просили. Хотя есть мнение, что они не пригодятся. В смысле? Кто там? Судя по всему, будущий зам Акима, не меньше. Чай неси. Уже. О, ассаламу алейкум, ага. Хал жақсы ма, Таир? Я, бәрі жақсы. Келгеніңізге қуаныштымын. Денсаулығыңыз қалай? Рахмет. Бәрі жақсы. Это Самат, мой племянник. Недавно из Лондона вернулся. Бизнес-академию закончил. Конечно, опыта маловато. Но брак очень жақсы жігіт. Надо бы его поднатаскать. Түсіндің бе? Да. Вот и славно. Пристрой этого зама Кима куда-нибудь, не знаю, в HR. Хорошо. Таир Аразович, у вас интервью через 15 минут. И к вам пришел посетитель. Нахер их всех шли? Вакансий нет. Даже уборщиком не возьмешь? Здорово, брат. Ты как здесь? Да вот, стал думать, где мое место. Пришел к тебе. Знаешь что? Пошли. Извините, задержался. Ничего. А у нас с вами только интервью? Только интервью. Ладно. С чего начнем? С главного. Брокеры. Кто вы вообще такие? Там колл-центр, там трейдеры.
Это Кана Вазелин, его конек женщины. Это Жек Скальпер. Сейчас он работает на коротких позициях. Это Никита. На 3,5 из местного Порше. Если S&P 500 упадет, то Америке... Да, задницу засунь себе свой отчет. Марина маркетинг. Ермек глава аналитиков. А это Самат. Просто Самат. Аналитики наш мозг, все уточнения к ним. Чего не знают, то найдут. Кстати, твое место. Проходи. Что-нибудь понял? Почти. Понятно. В нашем деле важно крепко держать трубку. Алло? Мы солдаты фондового рынка. Только у нас вместо оружия интуиция, логика и финансовая грамотность. Народ! Чтобы никто не отговаривал клиента покупать бумаги Алтенкома! Самому молодому 21, а в 36 ты пенсионер и никому не нужен. У нас клиент кипишует, мы не можем снять деньги с его брокера. Дорогая вещь. И у нас, как в армии, своя иерархия. Эту базу лопатили уже. Может, своего клиента найдешь? Молодые чистят шелуху, а старики... Мои кнести нарушишь. Пользуются этим. Курс молодого бойца проходят все. Что такое фондовый рынок? Что такое индекс? Что такое котировки? Что такое фьючерс? Цену любого инструмента на рынке определяют две вещи – слухи и ожидания. Но закон простой. С тобой возиться никто не будет. Выплывешь, выплывешь? Нет, потонешь. Поэтому очень важно быть в разговоре с клиентом уверенным. Клиенты неуверенным не верят. Вот ты. Да, ты. Встань и скажи четко и ясно, кто ты и чем занимаешься. Ну. Я Саймасай Казыбаев. Чем ты занимаешься? Брокером хочу стать. Здравствуйте, я Руслан Тарбиев. Хайрлы гюн. Қайырлы күн, мен Руслан Тарбиев, инвестиционный консультант. Наша компания приносит в среднем 100% инвестируя в ценные бумаги. Нет, 20. Нет, 100%. Понятно. А что приводит к вам клиента? Спрос. Люди любят сидеть на диване, при этом нифига не делать и получать много бабла. Наша задача – развивать эту потребность в людях. Получать еще больше. Вы всегда в повестке дня? Всегда. Ночь, день, выходные. Мы женаты на котировках. Куда пошла нефть, а как закрылось золото. Только сначала ты делаешь анализ, а потом справляешь нужду. Смотрите, не перепутайте. Блин, твою мать. Ты знаешь больше, соображаешь быстрее, видишь дальше. Сергей Иванович, я от вас ничего не хочу. Просто до пятницы понаблюдайте за нефтью. Будет ОПЕК, и есть мнение, что рванет. И когда клиент видит, как нефть падает, бакс растет, он понимает, сколько мог бы заработать. Да, Сергей Иванович. Довольные клиенты – это наша репутация. Зарабатывает он, зарабатываешь ты. Управлять чужими деньгами – это стресс. Но если ты расслабляешься, ты косячишь. Сука. Теряешь деньги. Что? И тебя обходят. Алло? Напряжение, бессонные ночи. Алкоголь, наверное. Вы слишком хорошо выглядите для всего этого. Ну, вообще, болезнь брокеров – кардионевроз. Но когда приходят клиенты, они должны видеть, что мы можем для них заработать. От нас должно пахнуть деньгами. И когда стреляют первые сотни, ты начинаешь говорить уже за миллионы. Начинаешь мыслить по-другому. Миллионы, десятки, тысячи. Все это становится просто цифрами. Прогнозируемое падение будет в районе 3 пунктов. Если мы шортанем пакет на 3 миллиона, можем вырулить порядка 10, 20, 30%. Ты развиваешься, ты растешь и понимаешь, что ничего невозможного нет. И ты становишься свободным. Смотря что называть свободным. А сейчас предлагаю выпить за Руса и за его 2 ляма с нефтегаза. Да. Да,
рад, все будет, ага. Жанна Желанская, поздравляю. Алло, да? Алло, Азыке? А, привет, привет. Только хотел тебя набирать. Угу. Че, обедаешь, что ли? Да, тут, ага. С утра у шефа сидел. Так. Ну да. Короче, это, подтвердили программу. Сегодня как раз обсуждали. И что сам думаешь? Ну, что думаю? Там это, много что хочет. Бабки большие пойдут, сам понимаешь. Ну да. Угу. Суетиться начнут скоро. Угу. В общем, надо по-умному делать. Ну, ты понял. Ну, я подумаю. Ага, давай, подумай. Ладно, давай. Все, давай. Угу. Черти, что творить с этим кредитом? Что мы можем делать? Я не знаю, Балат Семенович. Я уже все со счетов сняла. Зарплатный фонд полонул, все равно не хватает. Насколько мы задержали? Уже третий период. Невозврата пошел. Там виня большая. И активы могут арестовать. Пусть только попробуют. Савельич, ну что? Получается? Получается. Раньше мы еще не такое лепили. От меня что нужно? Пару генераторов бы дополнительно. А я кабель на них перезамкну и докручу малость. Булат Тимирович, там это... Ой, простите. Здравствуйте. Булат Тимирович, к вам приехали. Кто? Кажется, из банка. По-моему. А по-моему, от самого сатаны. Не банковский день. Это хорошо, что вы шутите. Да не до шуток. Уже за горло взяли. Никто вам кредит насильно не давал. Не будем терять время. Банк готов простить вам период невозврата. Но шеф не верит, что это изменит ситуацию. Ваш банк знает, что такое производство? Шеф все знает и готов помочь, поэтому предлагает решение. Неужели? И какое? Племяшка в субботу замуж уходит. Чего дарить не знаю, денег нету. А ты подари ей свои камушки. Какие еще камушки? А те, которые в почках. Вот все тебе, смехуёчка. Жена кредит взяла, дура не посоветовалась. Слышь, что там? Говорят, к нему с банка приехали. Да вроде приехали. Ой, решили бы уже, что, а? Сколько можно с этими долгами мучиться? Продал бы все к чертям. Слушай, так, короче, ты вроде умный мужик, а? Ну, и что? Городишь всякую хрень. Пока Тимирович жив, у нас все будет. Дай бог. Дай бог. Вы уверены, что именно это я должен передать шефу? Да. Именно это. Вынужден откланяться. Прощайте. Не уверен. Воды. Да, конечно. Ну, Хану, или это был Чарльз? Так и Ивановы, да? Чё, девчонка, он уже тут полгода. В жизни есть несколько главных моментов.
сейчас увидишь. За что? Тебе что, мой счет показать, что ли? Не-не-не-не. Мелко. Лям, полляма. Херня это все. Это не свобода. Лет через пять я вон тот остров куплю. Выброшу нахрен телефон в океан. Ну что, подожди. Хочу 5 лет ждать. Угу. Давай, прямо сейчас освобожу. Угу. Подожди, подожди. Сейчас я тебя освобожу. Сейчас, давай сюда. Дай мне. Ответить надо. За свободу. За счет этой технологии создается естественная тяга, которая позволяет поднимать загрязненную воздушную массу. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста. Таким вот образом звук, как будто высасывается. Инвесторы? И чтобы это произошло, это твой новый урок? Пошли, пошли. И что, чем больше зеркал, тем быстрее воздух будет разогреваться. И тем тяготы, тем... Брат, ты издеваешься? Ну и смог. Зеленые стартапы? Это же мусор. Иногда и в мусоре можно найти что-нибудь стоящее. Спасибо, Нурлан. Как вы понимаете, изобретатель не ораторы, да? Может быть, есть еще какие-нибудь вопросы? Хорошо, спасибо. Более подробную информацию о проекте, о его стоимости вы можете узнать в своих брошюрах. А теперь следующий проект, который я хочу представить вашему вниманию. Уникальная разработка, которая поможет решить проблему... Кажется, я понимаю, о чем ты. ...токсичных отходов раз и навсегда. Это... А идея с мусором неплохая, а? А, думаю, вложиться. В проект или в нее? Если так, то я тебя опережу. Добрый вечер. Здравствуйте. А как стать вашим инвестором? Вас заинтересовал какой-то проект? Если честно, меня заинтересовали вы. Понятно. Дальше вы спросите, где я люблю отдыхать. Пригласите на чашку кофе. В кино, да? Но, судя по всему, вы же деловой человек. Давайте я сэкономлю ваше время. Да. Нет? Нет. И нет. Простите, пожалуйста. На самом деле, это хорошо, что вы занимаетесь такими вещами. Я хотел бы вам помочь. Руслан. Альмира. Алло. Здравствуй, Таир. Шеф интересуется. Ты придумал варианты? Да, есть одна идея. Как раз работаю. Хорошо. Ну твою налево, а? Вот
Приплыли. Кина не будет. Тут. Да, Ахтемирыч, значит, не получилось договориться. Папуль, я дома. Ты где, пап? Муа. Привет, папуль. Пап. Что случилось? М? Ёлку надо собрать. Февраль уже. Пап, не уходи от ответа. Я же вижу, что-то случилось. Неделю назад мне поставили условия. Хотя назвали это предложение. Тебе предложили продать завод? А почему условия? Потому что обещали последствия. И ты им отказал. Этот завод – моя жизнь, мое дело, твое наследство. Этот завод тебя убьет. Пап, ну мы же разговаривали об этом. М? Ты обещал. Ты маме обещал, что не будешь себя загонять. Выходит, ты ей врал? Я не хочу говорить об этом. Сука, кто это сделал? Ты начальник отдела, ты за это отвечаешь. Узнавай, кто слил инфу. Если к концу дня бумага просядет хотя бы на 10%, Кана, я поменяю тебя местами с Дуней, понял? Все, вали. Здоров, есть минутка? Да, если знаешь, как поднять 50 лямов. Можем 100 поднять. Говори. Значит так. Барышня со вчерашнего вечера. Прикинь, оказывается, у ее отца есть предприятие. Рельсы, шпалы. Ну, короче, железнодорожный завод. В свое время конкретно гремел. А сейчас куча кредитов и, понимаешь, не хватает оборотки. Сама рассказала? Ну да. Говорит, хотели продать, но что-то не получается. Я тут подумал, а что, если мы возьмемся? Завод-то неплохой. Взбодрим его облигационным займом. Давай выведем облигации, которые будут проходить по нормативам. И распихаем Юриком, а? Страховая есть на примете, еще кое-кто. Так, значит. Ну, ты неплохо повернул. Таир, реально можно и заводу помочь, и самим заработать. Добро? И это твое первое стоящее дело. Лаура, сама-то ко мне быстро. И все-таки, зачем вы решили мне помочь? У нас говорят, не помогай там, где не можешь заработать. А, ну тогда понятно. На самом деле это хорошее предложение.
Нужно просто правильно объяснить. Мой отец согласился с вами встретиться только из-за меня. Если что, обещаю. Я тебя утоплю. Вас. Пап, привет. Вот, познакомься. Это Руслан. Здравствуйте. Альмера сказала, что ты хочешь поговорить. Я хочу помочь вам спасти завод. Спасти? Спасателем, что ли, работаешь? Пап, пожалуйста. А с чего он взял? Что знает, как это сделать? Ты что вообще понимаешь в заводах? Ну, например, то, что ваш завод болен кредитным раком. Вы брали валютный кредит 5 лет назад по 23%, а ваша рентабельность не более 15%. Простая математика говорит о том, что еще год, максимум полтора, и вы будете банкротом. Сейчас вы вынимаете оборотный капитал, чтобы закрыть кредит. Вам нечем зарабатывать. А теперь вопрос. Чтобы спасти завод, где вы возьмете деньги? У тебя? На фондовом рынке. Итак, облигации. Они же бонды. Смотрите, вы отдавали банку 23% в год. Плюс часть основного долга ежемесячно. А тут 16% раз в год. А основной долг только через 7 лет. То есть мы берем кредит, чтобы погасить другие кредиты? Нет, это запрещено. Мы привлечем деньги, чтобы увеличить оборотный капитал. Чтобы отвязаться от банка и встать на ноги, вам нужно 2 миллиарда. Но мы будем размещаться на большую сумму. Предстоит большая работа. Весь процесс займет от 4 до 6 месяцев. Поделим его на несколько этапов. Первый – это аудит. Наши специалисты будут шерстить каждый угол вашего завода. История, финансовая отчетность, рентабельность, последние сделки. Вся эта информация соберется в так называемый проспект эмиссии. И это будет финансово-биографический справочник по вашему предприятию. О нашем долге скажем? Да. Но очень корректно. Нам важен имидж. Этому заводу более 80 лет. Они смогли выстоять в годы войны, развала Союза и всех последующих кризисов. Я согласен, что ремонт и производство рельс и швал – это скучно. Но именно такие компании могут быть оптимальны для инвестиций в долгосрочной перспективе. К тому же это наш отечественный производитель. Представлять интересы инвесторов будет независимая компания, представители держателей облигаций. Может, все-таки пойдешь ко мне? Меня и так неплохо кормят. Все это прекрасно. Но кто купит наши бумаги? Анияр Муратович, приветствую. Руслан, Global Invest. Есть минута? Давно не было вас на косе. По старому запросу новостей нет, но нашел кое-что получше. Есть смысл вернуться? По-простому, Рус. Ты хочешь размещаться на твердых обязательствах? Да. Прогарантируем хотя бы на треть. Пусть люди видят, что мы в них уверены. Рискованно. У нас короткий бонд. Это хорошее инвест-вложение. Слушайте, если бы мне кто-то со стороны предлагал облигации железнодорожного завода, я бы тоже отказался, но... Ну, хрен бы с ним. Слушайте, этот завод имеет ликвидность. Мы уверены, что это надежное вложение. Рынок отреагировал, тем более это очень серьезное предприятие. Знаете, я вам честно скажу, мы подписали почти ярд. Облигации не обеспечены, но у завода хорошая репутация. Алло! Алло! Черт. Извини. Долго деньги морозить не будем. Алло! Основная работа будет проведена до. К моменту торгов мы закроем подписку. Все-таки вот ваша попытка оживить этот железнодорожный завод, она выглядит, ну, несколько абсурдной и неубедительной. Вот на случай форс-мажора у вас есть запасной вариант? Да, получил. Хорошо. А,
Чё, как дела, брокер? Неделя до торгов? Да хреново. Часть пошли в отказ. Хоть барана режь. Не верь барана, верь себя. На. Чё это такое? Чьи контакты? Чичи мои. Дарю. Да ладно. Рахмет. Здорово. Во мне пол-литра виски и килограмм облигационного адреналина. Я ж, честно сказать, думал, вообще не вытяну. Запаниковал, когда клиенты отваливаться стали. Брат. Твои контакты реально помогли. 2/3 объема с ними закрыли. Если бы не ты. Пошли. Куда? Я покажу тебе кое-что. Чё? Нравится? Красиво, и чё? Чё-чё? Красиво бывает чужое, а бывает своё. На, это твоё. Чё это? Сектор приз на барабане. Не гони, брат. Да я тебе говорю, держи. Это твоя хата. Прикинь, можешь делать, чё хочешь. Если бабла хватит, на камин. Будешь это... Рождество встречать, Санта-Клаус. Джинглс бэс, джинглс бэс, джинглс бэс, давай. Да ладно, брат. Это твоя новая хата. Да! Спасибо, брат. Сейчас, подожди. Я же все подготовил. Сейчас. У меня все схвачено. Опа, 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 опа. В новой хате прилагается новый зал. Жена предлагает мне холодильник подарить. Я думаю, телевизор. А ты что думаешь? Я думаю, у тебя столько родственников, что пора покупать собственный магазин. Ладно, куплю чайник, вернись. Ты где ходишь? Здесь распишись. Серега, тоже иди распишись. Одна вот эта подойдет. Равилич, что это у нас? Что? Модернизация. Больше. Он же нормально заработал. Рахмет, Бекки. Все, ладно, давай, пока. Здравствуй, дорогой. Аман, давай.
Привет. Ты что, сдурел? В мой день рождения ты решил меня убить? Что это за место? Ресторан. Это тебе. Пошли отсюда. Ненавижу эти понты с платьями, с музыкой. Да и вообще свой день рождения тоже. А день рождения почему? Семь лет назад в этот день маме поставили диагноз. Через год ее не стало. Наверное, поэтому я каждый год прихожу сюда. Здесь понимаешь, насколько все мелко в этом мире. Что важны только люди. Извини, я тебя загрузила. Ты что молчишь? Я вообще-то боюсь высоты. И воды тоже. Серьезно? Ну а что ты молчал? А хочешь, я научу тебя прыгать? Нет. Басқа жаққа отырзайын деген қолын тимеді. Рахмет саған. Бұныңыз не аға? Солда сөз болпа? Мыңда бір рахмет болам. Сен біз үшін көп жасыл жасады. Аға, қойыңызшы. Қайта сізге рахмет. Ал маған не үшін? Мужчины, давайте к столу. А то вам ничего не достанется. Өз апарын, алтабеті зор. Жүре ғой. Давай, сделай все, чисто и быстро.
Булат Демирович. Они, оказывается, по почте отправили. Оно среди бумаг затерялось. А сегодня позвонили и сказали, что экстренное собрание будет. Ладно, ладно, разберемся. Черт, батарейка села. А от этого нельзя, что ли, зарядиться? Это же целая солнечная батарея. Балда. Это воздушный фильтр. Смотри, вон на тех сопках уже собрали. И эта хрень стоит 60 миллионов? Так, ну, во-первых, это огромная сеть. А во-вторых, 62. Два собрали на краудфандинге, 10 твоих, ну, а остальное помог папа. Папа тебя очень любит. Он в меня верит. Если бы не он, этого всего вообще бы не было. Ребят, привет! Привет! Ну, как дела? Нормально. Салим. Разберитесь, кто с ними держал связь. И было ли письменное уведомление? Понятно? Жду. Привет, сын. Приветствую. Почему такая срочность? Нам позвонил поверенный клиента и потребовал немедленный созыв. Честно сказать, мы сами не понимаем, что происходит. Где же наши облигационеры? У представителей страховой компании «Адам» и банка «Валют-кредит» по 2%. Остальные где? Здравствуйте. Вы? Вы что же сделаете? Мы проанализировали ваши финансовые потоки и были вынуждены требовать экстренного собрания облигационеров. Кто мы? Знакомьтесь. Шахназар Керимов. Банкир, бизнесмен, меценат, облигационер. И что дальше? Дальше только факты. Несоответствие финансовым показателям. Нецелевое расходование средств. И, кстати, какое отношение к заводу имеют зеленые стартапы? Честно говоря, мой клиент сильно разочарован в вашем подходе к ведению бизнеса. Поэтому, согласно пункту 46/7 проспекта эмиссии, вправе требовать досрочного погашения облигационного займа. Постойте. Для принятия таких решений нужен кворум. Как минимум 50% держателей облигаций. У господина Керимова мандат на 80,6% облигаций. Мне кажется, это и есть кворум. Поэтому мы ставим вопрос о погашении займа в кратчайшие сроки. Кто за? Большинство. Я завтра привезу разрешение. Ладно, давайте, пока. Ой. Они хотят через неделю запустить второй фильтр, представляешь? Так, а сколько времени? Твой отец звонил. Когда? Час назад. 8 раз. Вызываемый абонент не может ответить на ваш звонок. Вы уже не отдали.
Здравствуйте. Что происходит? Где мой отец? Там. Приветствую. А что здесь происходит? Песковый ты парень, Руслан. Ты случаем в 90-х не застрял, а? Ну, о чем вы? Не прикидывайся. Отжал завод, на подставные фирмы. Я не думал, что ты можешь так играть. Папа! Пап! Папа, тебе плохо? Ну, не молчи, пап. Вызовите скорую! Пап. Тридцать дней. И вся жизнь. Ты пришел ко мне в дом. Мою жизнь. И отнял все. Честный бизнес, говоришь? Как вы же нужно быть мразью, сука! Сука ты, Таир. А ты чё? Белый рыцарь? Я чё-то не понимаю. Чё, год вчистую проработал, всё пронюхал уже? А? Только ты, сука, забыл, что ты простой брокер, а я руководитель компании. Я, сука, руководитель этой гребаной компании! Чё смотришь? Посмотри в окно. Лого видал? Да если бы не я, они бы нас еще в мае сожрали. И их логотип стоял бы на моей заднице и на твоей тоже. Так что сорян, братан. И если хочешь знать, я буду делать все, что мне скажут, чтобы выплыть. За шкуру свою трясешься, да? Прикинь, да! Прикинь, да! Знаешь почему? Потому что в этой стране, в этой, сука, стране, за каждым успешным человеком стоит другой человек. И вот, вот этими твоими плечами стою я. За моими другие люди. И кто же? А прикинь, это не твое дело. А? Опа, приехали. Прикинь, это большая чужая игра с другими правилами. Там большие люди. Тебя просто может не стать в секунду. Поэтому ни тебе, ни мне соваться-то больше не надо. Как друг тебе говорю. Бабки бери.
иди работай. Знаешь что? Ты мне не друг. Знала, что ты сволочь. Ненавижу тебя. Ненавижу! Вы что, сговорились сегодня все, что ли? Как ты мог это сделать? Скажи мне, как? Я тут при чем? Ты сама меня просила найти покупателя. И ты что, тут батя отказался? Я не виноват. А дальше ты решил дожать? Хватит, успокойся, а. Дальше началась другая игра. Блин. Тебе плевать на всех. Тебе лишь бы деньги, деньги, да? Ты даже Руслана мне умудрился подпихнуть. Мразь! Ненавижу тебя! Слушай, я Руслана в койку тебе не укладываю. И если хочешь знать, Руслан твой тоже придурок. Повелся как лох. Акула бизнеса. Я знаю, как все исправить. Привет. Привет, папуль. Слушай, врачи говорят, ты молодец. Домой хочу. Пап, ты должен сейчас выслушать одного человека. Я ни с кем не хочу говорить. Я знаю. Но тебе придется это сделать.
разбирайся. Зачем ты его привела? Булат Темирович. Послушайте. Вы меня сейчас ненавидите. Я вас понимаю. Я сам себя ненавижу. Но я вам не враг. Мне нечего терять. Уже ничего нет. Поэтому дайте мне сказать. Я прошу. Так вам билет с открытой датой? Чего? Вам билет с открытой датой? Да. Партнер Финанс, мы готовы провести IPO в рекордно короткие сроки. Дата публичных торгов назначена на 1 ноября. Шеф интересуется. Твой парень? Мой. Что будешь делать? Я решу. Да, нужна медиаподдержка. Подтвердите Караганду, а к утру Актобе. У нас более 1000 счетов по Алмате, и вылет через 2 часа. Надо поторопиться. Да, 3-го у них выплата долга. Времени нет. Этот завод впервые готов поделиться долей своего бизнеса. В Казахстане мало кто может настолько прозрачно вести дела. Компания «Партнер Финанс» выступает андеррайтерами размещения. На твердых обязательствах. К тому же будем поддерживать котировки в качестве маркетмейкера. Женя, премиумом своим сообщи, что завод очень перспективен. Секин, семья Шариповых у тебя на Скайтеке? Да. Давай, переводи их на завод. Нурике, о своих випов обзвони каждого лично. Все, ребят, за дело. Да, у меня есть хорошая альтернатива. Это IPO HDZ. Так вот, сейчас бумага идет по 1000, но это пока. Я все понимаю, но это предприятие недавно модернизировалось. Она разналась, КЗ. Мондатин жил в заводе, а IPO вышел дальше. Спрессы не затягивайте. Поднимайте всех, с кем мы работали. Я хочу увидеть всю медийку. Клиент должен увидеть нас. Но помните, что совсем недавно завод привлекал облигационный займ. Да. И очень многие люди поверили нам. Благодаря их вложениям была проведена модернизация. Сейчас цена размещения акций даже ниже балансовой стоимости. Мы ожидаем, что она может вырасти до отметки 1200 за акцию. И даже выше. Да я-то вижу, ты что на жопе сидишь? Поднимайте кто на наши подкормки. Интернет, радио, мне пофиг, что, давай делать, стреляем. Алматинский железнодорожный завод выходит на IPO, что вы думаете? Это же нереально все. Завод имеет проблемы с нецелевым использованием средств. У облигационеров куча претензий. Сволочь. Видел? Не знаю, меня лично смущает сроки проведения IPO. Мы работаем. Черт, еще 2 ключевых отказались. Сколько у нас сейчас? 2 ярда, но мы теряем. Люди ведутся. На самом деле это очень просто. Акция – часть предприятия. Зарабатывает завод – зарабатываете вы. Деньги быстро тратятся, девальвируются, их могут украсть. Акции – надежнее денег. Это предприятие недавно модернизировалось. Они сейчас на ноги встают. Это очень хорошие перспективы. Мы можем отыграть свои убытки. Может, мы зайдем? Пока не поздно. И сколько ты приберёшь бумаг для торгов? Десять процентов. 90 разместили.
На многое не рассчитывай. Чтобы качнуть рынок, нужно слух пустить какой-нибудь, что ли. Да? Здрасте. Здрасте. Я что-нибудь придумаю. Ладно, пока. Здорово, братишка. Трубку не берешь, решил сам прийти. Вали, куда шел. Нет, ты красавчик. Ну, так раскачать завод, ну, блин, базару нет, я честно... Ты плохо расслышал? Рус, давай поговорим, а? Я тебе правда помочь хочу. Как тебя не тошнит? Столько задниц облизал. Тошнит. Прикинь, блевать охота. Просто у меня руки связаны. Таир! Ты сам себе их связал. Знаешь что, на вторичный рынок даже не рассчитывай. Твои 10% ничего не сыграют. Они тебе не дадут. Они. Ты скажи мне, нахрена им этот завод? Зачем? Рус, прошу, отойди. Передай своим агашкам. Пошли вы все нахрен. О, братишка.
Ну, здравствуй. Вот ты какой, Руслан. Кофе хочешь? Ну, рассказывай. Ну, так вы же пригласили. Характер. Характер – это хорошо. Я люблю таких. Помогаю, чем могу. Спасибо. Но я как-то сам справлялся. Так прямо сам? Решил зарабатывать. Таир дал работу. Спасал завод моими деньгами. А где сам-то? Хочешь, я тебе и сейчас помогу? Ты, наверное, ночь не спал. Думал, зачем мне этот завод. Так? Думал же. Ну так спроси прямо. Не стесняйся. Госзаказ. Миллиарды, наверное. Говорил я Таиру. Держись за Руслана. Он парень толковый. Кстати, ты на него не обижайся. Он раздолбай. Но верный раздолбай. Иди сюда. Вот как думаешь, чего она сейчас хочет? Жрать? Нет, Балам. Когда тебя схватили за жабры и вытащили из воды, тебе уже не до пафоса. Ты тупо хочешь жить. Ты видел аквариумных рыб? Они там плавают, жрут, трахаются, да? Только стекло – это стекло. Стеночка такая. Рыбки-то в неволе получается. А вот ты берешь и разбиваешь стекло. И что? Рыбки на свободе. Но подохли все. Так что не надо было. Давай по-хорошему. Ты пойми, в этом аквариуме есть свои правила. Маленьких рыб жирают рыбки побольше. Тех тоже сожрут. Но в свое время. А вы, значит, акула? Да? Ничего ты не понял. Я тот, кто насыпает корм в ваш аквариум. Я рыбак. Салам, слушай сюда. По бумагам завода план изменился. Будем топить. Приеду, скажу. Take a look around me. Taking pages from a magazine. Been looking for the answer. Ever since we were 17. Ты готова? Да. Кто-нибудь видел Руслана? Нет, я не видел. Алло. С тобой хотят поговорить. Ну, здравствуй, дорогой. Что, придумал план Б? А? Да. Ну да. Лучше поздно, чем никогда. Но проблемы с твоим другом больше нет. Он нам мешать не будет. Так что работай, как работал. Doing here ain't
Да, Бакин. Тайр Салим, слушай, ты моего Самата отпусти. Ему надо дальше двигаться. Хорошо. Шинубе? Конечно. Давай, пока. Лаура, Самат ко мне. Сейчас. Да. Шелковый путь программа. На этот завод скоро упадет госзаказ. Минимум 200 ярдов. Инфа золотая, ты понимаешь, все между нами. Давай. Звали Тайра? Да. Я тут. Свободен. Дядя ждет. Спасибо. Внимание, ребята, есть инфа. К нам на завод госзаказ придет. Программа «Шелковый путь». Чего сидим? Работаем? Урлан, подожди. Какой был заказ? Мой источник никогда не врет. Инсайт? Цена размещения завода достаточно оправдана. Я не здравствуйте. У меня есть новый срочный комментарий по заводу. Андрей, привет. Тайда. Есть информация. Ваша компания участвует в IPO? Он должен в ближайшее время объявить о своем крупном госконтракте. Есть такая программа «Шелковый путь». Это госпрограмма. Вы телевизор вообще смотрите? Спрос просто бешеный. Срочно увеличивайте позицию. Там будет заказ на горизонте. Рынок качает, но все же идет прирост порядка 2%. Сакен, а откуда информация? Непонятно. Скорее всего, Руслан старается. Слушай, на инсайт не похоже, но давай рассудим так. Во-первых, программа есть. Во-вторых, кто у нас еще производит шпан? Вот тебе и ответ. Понимаете, что происходит, да? Алло. Таир, что происходит? Я стараюсь разобраться. Держи цену. Ты же не хочешь нас огорчить? Сегодня все.
Идите домой. Домой? В смысле? Домой? Как домой? Рабочий день. Как домой? Чему? Всем спасибо. Что это значит? Так. Реально домой? Домой? Чё? Да, на швейцарский. Угу. Как скоро? Окей. Сюда не звони, я наберу. Ты ж, блядь, а? У тебя получилось. Я верила. Я знала. Как ты смог? Где ты был? Я не могла дозвониться до тебя. Так, что ты стоишь? Где твоя одежда? Тебя же ждут. Thank you.
Спасибо, сынок. Молодец. Не подвел. Поздравляю. Савельич, извини, забираю. Куда? Руслан, спасибо тебе. И поздравляем. Спасибо за завод. Спасибо большое. Спасибо большое. Алло. Ну ты даешь, Руслан. Тебе как это удалось? Вообще, это был бешеный слуг, похоже на правду. И вообще, ты где был? Ну ладно, секрет должен быть секретом. Молодец. Качай его, мужики! Давай. Ужин 7 не забудь. Алло? Извините, задержался. Ничего. С чего начнем? С главного. Как вы считаете, что нужно для развития фондового рынка Казахстана? На самом деле, рынку нужен полный апгрейд. Теперь ты понял? Аквариум – это полезная вещь. То, что ограничивает свободу, дает возможность жить. Шагамай, кай, 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 кай,